К другим темам. Министерство образования республики провело служебную проверку в кадетской школе поселка Чернышевский Мирнинского района. В отношении 5 сотрудников применены меры дисциплинарного взыскания, и директору объявлен выговор. По итогам даны рекомендации по стабилизации ситуации внутри учреждения, в том числе по созданию безопасных условий пребывания кадетов, усилению внутреннего контроля, соблюдению всех норм в соответствии с федеральным законодательством. Также установлены сроки исполнения и устранения всех нарушений до 5 сентября. Напомним, что несколькими неделями ранее школа оказалась в центре внимания. Широкий общественный резонанс вызвали сообщения в мессенджере WhatsApp. Родители воспитанников и сотрудники жаловались на плохие условия проживания, некачественное питание и применение физической силы в отношении курсантов. По итогам служебной проверки 5 педагогических сотрудников данного учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор кадетской школы Петров Михаил Михайлович привлечен к дисциплинарной ответственности в форме выговора. Ну и кроме того, хочу отметить, что ситуация, безусловно, находится под контролем. Учреждение работает в плановом режиме. В настоящий момент идет набор и комплектование кадет на 2017-2018 учебный год. Я хотела бы напомнить, что это не совсем обычное образовательное учреждение. Там обучаются дети из 9 муниципальных районов республики и 3 субъектов Российской Федерации.